Новак Джокович вышел в финал открытого чемпионата Австралии. В полуфинале Джоковичу первой ракетки мира противостоял француз Люка Пуй. Матч продолжался около полутора часов, на протяжении которых серб уверенно доминировал на корте. Итог встречи 6-0, 6-2, 6-2. Финал открытого чемпионата Австралии состоится 27 января. На корте Джокович встретится со своим извечным соперником Рафаэлем Надалем. В прошлом два теннисиста играли друг против друга уже более 50 раз. 27 матчей выиграл серб, 25 – испанец. В последний раз спортсмены встречались в полуфинале Уимблдона в 2018 году. И тогда победу вырвал Джокович.